И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ну что ж. Мишка вон гуляет. Так, и там шевелюрок лежит. Ну ладно, шевелюрков-то у меня вроде как уже довольно-таки много. Ради одного шевелюрка. Идем-то тогда сходим. Так, что у меня там по еде? Ага, можно что-то взять с собой. Ой, рановато стал закрывать. Вот так вот. Какие подробности у него. Текстуры даже сзади. Это вот подобие этой вот системы охлаждения фреона, блин, сзади есть. Ну ладно. Что-то я раньше внимания сильно не обращал. Так, что с собой взять-то? Вот мясо возьми сырое. Одно можно съесть, одно можно будет с собой взять. Отлично. Пошли. Ничего, жемчужинки нет. Посмотрим сейчас, что там у нас охотнички. Построили базу до конца или нет. Они, кстати, еще не прибегали атаковать. Значит, должны скоро прийти. Я как бы их убил. Хотя в основном не я их убивал. А скотина. Но игра все равно считает, что это я их убил. Там не важно, кто убил. Главное, что их убили и все. И они придут мстить. Так, волчок-дурачок. Так, сумочка лежит вкусненькая. Дай сюда. Ну, бери. Кавкав, говорит. Ладно, сейчас потеряем его здесь между деревьями. Вроде как срабатывало раньше. Может, сейчас работает. Не люблю этот дождь проклятый. И не поймешь, вот сейчас вот бежит он за мной. Бежит. Так, тут не вариант его оторваться от него. А здесь вот, может быть, получится. Ты что там бежишь? А, так он уже. Он уже и сам отстал. Вот хорошо. Так, ну что тут, так шончик будет у нас сегодня? Так, смотрим. О, кажется, окно поставили. И две солнечных панельки сверху. Уже. Да, похоже на окно. А с той стороны? С той стороны не поймешь. Возможно, нет окна. Ты вышел, что ли? В натуре вышел. Ах ты ж собака сутулая. Там что, не сумки, что ли, лежат? Их кто-то поубивал? А, нет, это швеллер лежит. Ты где? Козья морда. А ну стой. А ну стоять. Куда, куда, куда? На тебе. О, красавчик. Так, это. Хилимся. Так, я что-то не понял, что тут произошло. У них. О, прям патрончиком насыпает. Спасибо, братан. А, это, блин, так швеллер отсвечивает. А мне показалось, что непонятно, почему их двое. Так, смотрим. Нет тут окна. М-м. Ну, две панели есть солнечных. А там окно есть. Есть вопрос, есть ли на той базе. По-моему, должно быть окно. Ну да, если есть оконный проем, значит окно должно быть. Значит, все-таки рановато. Все-таки рановато к ним приходить. Давайте посмотрим, тут волчок еще остался 5 уровня, да, остался. Отлично. У них и сегодня не будет шанса прийти ко мне. Так, ну блин, зря я их, конечно, поубивал. Хотя их вообще трое должно быть. А вообще на самом деле их четверо должно быть. Но почему их постоянно меньшее количество, я вот это вот не могу понять. Поплывем опять туда же.
Надо будет сейчас побегать там все-таки. Подойти поближе и посмотреть. По-моему, там должно быть окно. Просто если сейчас я уничтожу базу их, это сделать-то уже довольно-таки просто, тем более, что уже их нет никого, то получится так, что я не получу летных запчастей. А вот не хотелось бы тратить бомбу просто так. Это факт. Ну, такое что-то вроде как отсвечило, или мне показалось. Так, а что у нас тут по жемчужинке? Что-то есть? Что-то там может быть есть, только я не вижу где. Так, ну что ж, пробуем. Так, тут Валентин уже меня заприметил. Блин, цакмина стоит как раз не в нужном направлении. Да, есть там окно, да? Или нет, я не вижу нифига. Так, не мешайте мне. Ох ты твою. Я забыл, что у меня мало здоровья. Чтоб ты был здоров. Так, поменяем тактику. Станем вот здесь вот. Издалека, так сказать, поработаем. Так, на улице 3 человека ходит. Один без шапки. Этот в каске. Над головой пролетела только что пулька. Двое с винтовок? Ну что это? Любители. О! Кто-то сам себя выстрелил в спину. О, молодец, в шапку выстрелили. Давай-давай еще разочек. Ну. Давай-давай, спинку ему. Накидывай. Ага, давай. Баба! Ладно, как хочешь. Собака в голову попал. Да что ж ты будешь делать? Ты что, не умничай-то? Ты, падла, ты меня так из-за деревьев видишь, собака сутулая. Ай-яй-яй. Ах ты ж... Гнидник. Ты посмотри, на какое расстояние он стреляет, падла. Ну, сейчас, подожди. Подожди, братан. Сейчас. О, вышел, дурачок. Молодец. Так, есть ли у них тут окно? Да, окно у них тут есть. Насколько я могу судить. Повыше бы стать на что-то. Не-не, все-таки окно есть, а там окна нет. Значит, рано. Хорошо, что я пришел посмотрел. Ну что ж, раз мы их убили. О, они меня встречают с едой. Хорошие, между прочим. Кстати, можно пока рубануть дерево. Сделать заготовочки для костров. Или костры сделать. Не, костры можно потом делать. Они много места занимают. О, пасеки. Так, я этих всех поблутал, да, вроде бы? Или нет? А, не-не, один, который бежал, я хлопнул где-то здесь. Его тушка должна валяться. А, вот она, сумочка. Нормалек. И ягодок нормально насыпали, плюс патрончики дали. Ну что, давайте еще их и грабанем, к тому же. Ну что ж, весьма неплохой улов. Еще граната. 15 досок, прошу заметить. Этот вот цинковый, да? Вот, стеклянные панельки. Жемчужинку нашел, пока переплывал еще. Поросенок, лосенок. Появился вдруг, не запалился. И там еще курочка, кстати, у них в печке была. Курочку я забрал.
съел. Жирок там еще, кстати, еще плавится, но это фиг с ним. Жир не такая уж большая проблема. О, ящик. Надо отнести все это богатство на базу. О, биотопливо пойдет. Так, а может быть все-таки тут где-то что-то есть? Я имею в виду жемчужинки-то. А что с дождем? То он думает идти, то он не думает идти. Что-то ничего не видно пока что. А, ладно, есть жемчужинка. На камушке он лежит. Отлично, отлично. Так, то стекло мне не надо. Чуть ошибся, но нормально. Жемчужинка как раз есть, это хорошо. Умс. Наверх. Всплываем. Вот и хорошо. Ну что, тут палило что-то хоть? Да, палилось. Ну тут понятно. Тут все палит. И так было, так пипел сюда. Так, рыбку я пока положу в холодильник, потом если едим эту фигню, сразу переработчик кинем. Курочка гуляет. Мишки, татышки. Так. Цинк сюда. Это сюда. Патрончики. Уже дофига у меня этой фигни насобиралось на самом-то деле. Да уж. Так, что можно еще? Вот рацию, гранату. Кстати, рацию тоже сразу переработчик скинул. Беспонтовая вещь. Вообще. Так, подлить топливогенератор. Нормалек. Тут нормально? Нормально. Так, жемчуг. О, 8 штук, уже неплохо. Сейчас сделаем еще пару тоников. Кстати, прошу заметить, мясо сгнивает и автоматом ложится, на кучку слаживается. Удобно. На самом-то деле. Так, червячки. Ага, червячки не лезут, но это курочкам пойдет туда. Блин, не открыл, это класс, лишь стоишь, балбес. Так, это здесь. Клей туда же, мне столько не надо. Так, ладно, ветки пока оставлю здесь. Это мы потом пустим. Так, панельки есть. Кстати, тут сделал. Ага. Заберем, освободим место. О. Сюда. Стекло. Кстати говоря, тут же у меня есть на две бутылки как раз зажигательной смеси-то и будет. Так, две кожи дай мне. И сколько там? 8 этих вот стеклышек. О, тютелька в тютельку. Так, на тебе вот еще. На переработку. Еще. Так, и ягодки можно выложить. О, 55. Можно уже стак. Стак забрать и сделать из них. Так-то так это убрать. Сначала надо. А вот это... сделать из них 40 бутылочек, потому что так не сделаешь. Они все равно 30 получится. Они располовинятся, быстро разлетятся. Так, ягодки. Второй стак пошел, это сейчас гниет. Да, отлично. Уголек, думаю, две штучки достаточно будет. Пока что. Так, рыбку берем с собой, подъедим. Ну-ка, дай сюда. Так, курочка, что тут у тебя? Ну, рассказывай. Ты уже 5 уровня. Половину своей жизни прожила. О, говоришь, воды мало? Вот тебе воды. Сходим на гору Шахтер, посмотрим, что там по металлу. Бутылки сделаются, сейчас все нормально будет. Массы мало. Ключик надо будет все-таки сделать. Я ящики-то ведь нахожу.
А открыть нет возможности без ключика это. И охотники ключики не дают вообще. Никто ни в сундуках не попадается, нигде. Приманку они дают. Редко-редко для рыболовли. Ну не более того. Охотники в карманах. Так, ладно, потом если что, ножи переделал. О, сумочка. Давай, катон. Тоже неплохо. Что там по еде? Можно уже съесть. Так, 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 так. Что у нас здесь? Металл, между прочим. Есть. Это цин, это, по-моему, калийная руда. Нету, смотри, металла. Она прям так светилась, как будто калийка. И все. Две плюшки на всю гору. Шахтер. Серьезно? Чей ты? Вот это вот. А. Блин, со стороны казалось, вроде как что-то выглядит, но нет. Вообще нету ничего. Да ладно тебе. Две. Серьезно, две штуки? А, вот. Че это? Металл, кстати, да. А только что вроде ж не было. Либо я так смотрел аккуратно. Внимательно, то есть. Посмотрим еще внизу. Обычного тут не бывает. Снизу иногда тоже было, я видел, как-то один раз висело. Но нет, нету нифига. Ну ладно. Давно мы не ходили уже тут. Четвертый уровень. О. Так. Волчок, дурачок и охотничек. Так, давай, давай, познакомимся. Эй, пс! Дурик. Во-во, молодец, пошли. Так, все, все прям хорошо получается. Даже лучше, чем я думал. Отлично, убегаю. И. Ага, кусь-кусь делает уже. Жалкое зрелище. Интеллект бы с ним не мешало бы подкрутить в самом деле. Гвоздики переработчик пойдут. Слушай, волчок, тут такое дело. Пошли, раз ты, как говорится, не против покушать охотничков, то почему бы... Казалось, что там еще один был. Почему бы тебе не пойти здесь, не пообедать? Возможно, они даже вкусные, раз ты не отказываешься от них. Так что пошли. И тебе еще, блин, медведь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, Миша, раз ты пошел ближе будешь, значит, ты будешь есть. Блин, вот нафига ты побежал? А чё, никого нет? А, не, есть он. Хрюшка, беги! Так, подожди, ты это, не надо так далеко уходить. Ух ты, ё-моё, а чё это он через камень побежал? У меня лапа над головой махнула. Внезапно. Ничего, мы сейчас по кругу его поводим, он успокоится. Отстанет. Или нет. Давай, все, вот здесь вот. Вот здесь вот. Зависни. Ты посмотри на него. Какой настырный, падла. Прошаренный, пятого уровня. Да хорош. Охотничек. Пошли, пошли. О, нормалек. Вообще-то я волка хотел кормить. Ладно, тогда, значит, волками займемся. Ты пока подожди тут. Одни куры бегают. Так, где? А, вон он идет. Молодец. Пошли, пошли. Тут где-то волчок был. Дурачок. Ладно, ты пока постой, там я пойду волчка приведу, а то что-то так не получится. А, вот он. Пошли.
Идем, идем, идем. Хватит там нюхать воздух. Дай, пс. Да что ж ты будешь делать-то? Че побежал-то? Не нужно было за мной бежать. Тебе надо было просто пойти. Вот так вот. Молодец. Все-таки выкормим волка. А то медведя-то я уже выкармил. Блин, нифига сколько я, это же две штуки. Вот как мимо такого можно пройти? Ну где ты, охотничек? Блин. А, вот он. Бляха. Это мне влепили в ухо. Ты еще, падла, блин, за мной побежала. Да, да, блядь. Волк, это ты мне в спину стрелял? Скотина такая. А где-то здесь еще ягодку я видел. Сейчас, подожди, пускай они успокоятся. О. Оказывается, они не собирались успокаиваться. Где ты там? Дурилка картонная. Ага, идет. Так, волчок, отлично. Давай, где ты там, прыгай на голову. Ага, молодец. Давай, давай, давай. О, красавчик, прям вообще, я тебе говорю. Ага, уже все случилось, я уже слышу. Ага, кусь-кусь. Красавчик. Так, пошли того заберем. А вот и ягодка, собственно говоря. Заодно посмотрим, что там с волком случилось. Он должен быть шестым, по идее. Рыбка. Скушаем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Студент. Шестой, да, молодец. 140, да, мало у них здоровья. Четвертый 120, каждый по десятке добавляет уровень. Что-то волчки какие-то слабоватенькие. Надо посмотреть, тут есть еще. Корм есть для волков или нет еще? Вообще-то должны быть. Нет, двоих уже минус. Третий где-то еще должен быть околачиваться. О, картошечка. Картошечка. Так, где еще один Вася? М? Где Вася? А нет у Васи. Вася в доме сидит, походу. Мишка, может, ты его съел? Нет, он был бы шестым уже. Вообще прям тишина. А не, чик-чик. Чик-чик говорит. Ай, падла. Ладно, дробинка-то. Ну нет у тебя есть. Нет у тебя покушать. Ничего не поделаешь, волк. Пока тебе придется так погулять. Будет день. Будет пища для волка. Где он делся? Что-то я его не вижу. Ну-ка. Спустимся вниз. А, вон он. Пошли, я тебя заглючу здесь. Сумочку подлутаем. Бежит? Бежит. Ох, идеально он сделал. Прям в нужный момент, в нужном месте он гавкнул. Так, подходим сюда. По идее, он уже должен был заглючиться. Ну так и да. Ты же застрял? Застрял. Вот там и сиди. Так, где тут сумочка-то? Ага. Ну, патрончики на пистолет тоже неплохо. О, шестереночка. Отлично, день прошел не зря. Так, цинк. Цинк, в принципе, возьму. В смысле? А, это тот же, который внизу. Зашел от меня отагрился. Теперь снова загрелся. Так.
Это у нас металл, отлично. О, 4. Да ладно, неплохо насыпают металла. Я бы тех охотников грабанул бы, но я же их недавно грабил, поэтому у них в сундуках пусто. Отлично. Метал, метал. Так, цинк. Цинк. Цинк нужен на ремонт оружия, так что надо его брать. У меня его как бы есть, но он же как бы еще и тратится. Так, все вроде, да? Там внизу была медь, но мне меди овер много, поэтому брать не буду. Тем более уже темнеет, уже пора домой. Мишка 4, волчок 4. В принципе, когда я отбегу подальше, это должна выгрузиться, получается. Гора Шахтер. И по идее должно быть, что волк выйдет оттуда. Хотя, в принципе, после перезахода в игре он должен сам где-то на своем месте появиться. В принципе, он где-то там и был. Недалеко от этого места. Что, ничего страшного я в этом не вижу. Так. Так, курочка гуляет. Мишка гуляет второго уровня. Чего ты тут забыл? А, ты уже шестого уровня стала. Давай, яички сюда. Кстати, куриный супчик я тебе принесу, да? Ага. Куриный супчик. В смысле, этот вот. Супчик из помидор надо, кстати, будет сделать уже. Уже заканчивается. Три штучки. Две штучки уже осталось. Сейчас это дам. И будет две. Что-то воды прям мало супчик дает. Вообще ни о чем. О, пришли. С той стороны. А кто-то, интересно, мстить пришел? Наверное, те тюлени пришли. А кто это у нас тут? А ну, выходим из-за угла. По одному. В смысле? А. Да, он один. Вообще на меня даже ноль внимания не обращал. О, сделаем винтик. Вообще прям в упор на меня смотрел. А целился туда. Хорошо, что он не в меня выстрелил этой гранатой. Ну как резко посветлело. Как раз вышло. Луна вышла. Так, супчик я тебе дал? Дал. Свет можно и выключить. Да, скорее всего, тот с третьей базы пришел мстить. Я где-то гулял, потому что их реально там было двое. Так, суп из помидор. Забацаем. Три штучки. Ну куда? Так, тут уже перебор. О, неплохо пепла насобиралось. Надо будет, кстати, сделать порох, потому что пороха у меня прям совсем мало. Давай сделаем. Калика там. В смысле? Еще кто-то пришел? А почему не было объявления о войне? А. Ах ты ж падла. О, молодец. Вы что так будете, всю ночь ко мне по одному ходить, что ли? Так, Миша, не вздумай подходить ко мне близко. А то я тебе это, дробью-то тебя нафарширую. За место фаршированных пчел.
Медведь фаршированный пчелами, блин. Так, двейки можно и прикрыть. Что там, супец? Один готов. Давай еще три сделаем. Помидоры вроде как есть. О, отлично. Так, топливо. Топливо сразу лучше подбросить. Оказывается, у меня брикетик был, но не важно. Так. Это здесь, здесь. И здесь ни одной платы нет. Так, вот тебе цинк. Плавь. О. Так, а что ты с фонариком? В доме ходишь, вроде как светло. Так. Супцы. Ага. 8 яиц, может быть, яичницу сделать. Чуть попозже. Картошку вот выложи. Так, мне нужен... Вот это вот мне надо. О, на все порох. А, отлично. А то я бомбу делал, у меня как бы сильно поизносился. Блин, уже металла там у нас собиралось. Так, что там у нас, шестеренка? О, так у меня шестеренок 70 штук. Шикарно. Шикарно. Так, стоп. Вот эту хрень выложи. Ету, ету. Ты что еще не сгнила до сих пор? И металла 22 штучки. Так, сколько я там... О, я же хотел сделать... Я же хотел сделать отмычку. Отмычка делается наверху. Доски и скраб. Если я не ошибаюсь. Так, ты варишься. Давай заберем. Положим сюда. Элё. Да что ж ты... Так, не спеши. Не спеши. А то успеешь. Чуть там. Это просто тень, что ли? Ладно, неважно. Чик, есть отмычка. Ну все, вроде перестали ходить. Так, давай проверим. Не повредили ли это случайно? Не, не. Все, все четенько работает. Сколько атак уже было, ни одна зараза сюда не может докинуть ничегошеньки. О! Я бы еще одну сделал, но не хватает. Ну, не хватает запчастей. Досок, точнее говоря. Так, тихо-тихо, не падать. Нечего смотреть по сторонам, когда бежишь по узенькому мостику, без ограждения, к тому же. Так, супчик готов. Это ложим на место. Я говорю, на место. Это вот сюда. Вот и отлично. Это мне. Это тебе. О! Так, все вроде рассували по своим местам. Значит, стало быть, опять придется завтра проверить и взрывать их. Два супчика, еще два готовится. Отлично. Так, и мне пора поесть. О! 101 здоровья. О! И масса соточка. Нормально. Вот так вот. Надо будет, наверное, раков этих съесть. Сгнило мясо? Ты смотри, как оно долго в ящике хранится. Хм, интересное кино. Ну ладно. Ну что ж, на этом будем заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.